Доброго времени суток всем. Сегодня я в Марианских лазнях. Это Карловарский край Чешской Республики. Здесь у них сегодня раздают бесплатно вино, но я алкоголь не пью принципиально. Здесь к этому фестивалю, вот вы, наверное, слышите на заднем фоне, кто-то говорит, это сейчас будет продолжаться концерт. Вот. Здесь в Марианских лазнях много источников. И хочу сказать, что вот здесь вот есть место, где трубы подведены с некоторых источников. И там прям не ходя по источникам, то есть можно по источникам пройтись, да, но это в округе, то есть можно прийти сюда и с 4 или 5 источников набрать себе бесплатно воды. Вот, ну и пить ее. Вот, вода помогает, это минеральная вода, она помогает действительно от болезней, от общих болезней. Вот, в общем, такие вот дела. Что-то еще добавить не могу, потому что тема была просто показать, что есть прекрасные маленькие места, и хотелось бы, чтобы их было больше. Вот. Такие вот дела. Всем всего доброго, хорошего настроения. Вот. Такие вот дела.